13 команд заявилось на 4-й кубок журналистов по гребле на драконах. Это в 2 раза больше, чем обычно. Конечно, были там не только акулы-пера, но также и общественные деятели, представители пресс-служб, даже депутаты. Приняла участие и наша сибирская медиагруппа, заранее продумав план. Начало лодки у нас рассаживаются крепкие наши парни, которые будут задавать темп, задавать ритм. Далее у нас девушки и замыкают также парни. Как гласит девиз нашей команды, не перевернись. Это тоже очень важно. Перевернуться мы не перевернулись, но до заветной четверки не хватило 1,5 секунд. Во 2-м заплыве уже выдохлись, поэтому твердое 7-е место. В лидерах команды, которые потратили на тренировки значительно больше времени. Например, общественная палата, которая приезжала на грибной канал чуть ли не каждый день, чтобы проплыть заветные 500 метров. Люди, общественники, они разные в разных направлениях, поэтому сели в лодку, почувствовали и вперед, только вперед. А какие направления есть? Общественность, да. И волонтерская деятельность. И направление экологическое у нас в лодке присутствует, ну и, соответственно, члены АПАК. Интересно, что до сих пор в гребле на драконах не было 2-кратного победителя. Как бы ни старались общественная палата, пресс-службы и журналисты, кубок чемпионов забрали творцы. Их сборная состояла из разных людей – военные, специалисты по недвижимости и, конечно, художники, которые даже отрисовали символические футболки и кепки. В прошлом году мы заняли 3-е место, но это был наш первый раз, когда мы, в принципе, вообще сели в лодку и взяли весло, и сразу случились соревнования. Мы тогда тоже были очень рады, и это нас замотивировало на дальнейшие тренировки, и уже мы захотели показать более высокий результат. Конечно, такие соревнования – это лишь своего рода разогрев перед предстоящими международными стартами на драконах. Они будут проходить на грибном канале в Барнауле 29 и 30 июня. Фестиваль обещает собрать спортсменов из Юго-Восточной и Центральной Азии, а также Белоруссии. Притом, помимо самой гребли будет обширная развлекательная программа. Данил Кузнецов, «День с толком».